Какие боссы остались? Синдра Иванович. Все, путь в Энхи, короче. Бетик, нормально. Если не будут продолжать, то все нормально будет. Кстати, тебе нужно не определенно, а неопределенно. Да. Да. Сука. Шторм для тебя. Друха, закинь поездку. Тени через 4 секунды приготовились. Анджел выбежал. Тени через 8 секунд. Вкус через 19. Ломора. Я потом ШП кусаю. Да, ты ШП кусаешь в квадратике, а я кусаю чмыгу в кресло. Тени через секунду приготовились выносить ССЛ. Андрюха, выбеги. Блин. Ну, в центр не выноси, блядь. Смотрите, там засрали немного. Поэтому заранее скажу, выбегаете заранее. Двигались, стрелька, подбеги, подбеги. Хорошо. Сейчас человек, на которого кидаются тени, в него зубы закидывайте. Присты можете антифира закинуть на себя. Кто как из морски побежал, все, все выбегайте, идите место, где стать. ДПС хватает, главное не сдохните. И в уже не бегите. Чмыга, ну че ты возле уже стоишь? Ты ж умрешь, блядь. Потом сразу же сбежались, как она села. Маша по себе, Инар по Мисае из Морски, потом, когда будет, когда сбежимся. Сбежались. Скоро будет пакт, приготовьтесь. Тени через 3 секунды приготовились тоже вынести. На ком? На ATX побежал. Кого мне... Кей можешь кусать, изморский Кей, Энджелу Кушин, неизвестно, это походу хан. Американцы такой писать. Я укушу бета-тестера. Почему могу укушать? А, не могу укушать. Плохо. Я могу укушать. Тени через 1 секунда, укусы через 4. Кто-нибудь на укус подбегите? Отдал. Прохильте. Тени через 9. Тени, хантую, побежал. Выбежали все, идите место ищите. ДПС хватает, только не у кого издыхайте, Христа ради. И к лужам не бегите, алё, блядь. Потом будет сразу почти пак. Нажми Мисай Масай. Кресты гимны. Опять. Машка, надо 50 на 50 нажимать. Гимн, этот, дай БР по Мисай. Сбежались, скоро будет пак, ты укусы. Потом тени сразу же тоже вынесите. Обязательно. Вот, стрелька выбежал, стрелька побежал. Немножко... Нормально. Так, отлично. Уже выдайте. Женя, ставь лучше.
Нажми гимн ловец снов на ману для Мисаи. И из Морски КД и навыки. Да тут уже не понадобится укус у нас. Нормально ДПС. Во, Войд, выбеги. Что-то у нас ДПС прям вообще ужас. Ну, минус один били. Человек, почти весь бой. Три стака, нормально. Приз, 30 тысяч. Я ебу нахуй. Надо на приста переходить. Бля. На меня два раза повесился. Два раза вешался. Тени вешали, поэтому. Выносить приходилось. Че за хуйня? Подскажите, я не могу шмот вытащить. Андрюха, что-то ДК тестил? Поставь групповой вот, а потом распределяет ответственно. Че, портал не открыт? Да, скорее всего, трэш не чистили. Давай не чистим. Так, тебе отдавать сюда, правильно? Да, скидывай. Если что, блядь, Андрюха, пойдем нахуй на престол, блядь, играть. Я Лука забил хуй, ты мне про престол что говоришь. Да я рфанутал, этих престол не переживаю. Хочу АДК, блядь, потестить, пиздец. Я сейчас с анхоликом в маник бью вместе. У тебя же анхолик РПБшный, да, блядь. Я с анхоликом другим челом. Мань, прыгай давай, я дам тебе диван, бок дал. Сигай. Мне интересно. Ну и шо, как он там себя чувствует? Ну, на 1К, на 2 дает больше. Понятно. Сколько мы во втором рейде свак за свак даем? 2300 за вайп. Слаб 150. Ну, я просто жду, она не было. Так, Ракота или как там у него ник? Рок-н-ролл. Тоже надо. Два раза вдох. Вы там что так долго бежите, блядь? А, у него отнимать нечего. Чмыга, если ты думаешь, что кап РПБ собираешь, то стакать не надо. Ты фулл кап РПБ никогда не соберешь, чтобы полностью игнорировать броню босса. Что тогда пишет, что броня противника уменьшена величиной 100%? Так, блядь, это вы бежите там, блядь. Все, давайте, давайте, запускаем, короче. Блядь, взяли, запускаем ивент. У нас тут, блядь, 10 инвалидов. Я просто не знаю, ну вроде 100% и больше нету смысла. Забей. Это сложно будет. Блять, Андрюха, ты не поверишь. Дикий, ты здесь? 23 тела, бить. 24, я ебал рот. Андрюша, подожди. Не тут, не нервничай. Начнем с этого. Там еще одному человеку надо уйти. Ну пусть надо не туда приходить, если надо выходить. Блять, помочь. Закрыть.
Не, я говорю, нахрен, зачем они приходят, если им надо уйти? Они предупреждают, я ж думал, что своих больше придет. Санёк, можно АФК 2 минуты? Можно. Надо, можно. Спасибо. Я тоже пошел, покурю. Даня слева, там танчи, Женя справа. Играйте пока по черепу все. Милики как начнутся крутиться справа. Играйте по праву, пока все. Отбежите. Женя, может, сейф нажмешь, когда крутится. Отдавай. Дизармы там можете тоже подкинуть. Все, милики, играйте теперь по правым. Это дэшники или по черепу. За хуйня летит и тот шипастик, это те духи летят. Вы это видели? Видели. Да, да, да. Ты как ребенок. Бля, прикольно. Да. Ну, как у меня хуета, типа, прям пиздец. Ты тебя вырушил хуета, какой-то бред, блин. Там просто FPS уменьшается. Да не, ну FPS просто дохуя нахуй, поэтому они мобов добавляют нахуй, чтобы поменьше было. 300 FPS играю нахуй, хули. Ебучий XTM, блядь. Почему нельзя сделать... Смотри, скажи, вот почему нельзя сделать привязку к какому-то скиллу, который ты используешь и все, чтобы там что-то делал? Нахуя что-то новое тогда списывать, я не понимаю. Вообще пиздец. Мне кажется, потом, блядь, хилы будут хилить, будут шары, нахуй, по рейду желтые летать, нахуй, с отхилом, блядь. Слышишь? Зайдем откуда. Тысяча извинений. Тысяча извинений. Пузырьки всякие мыльные, нахуй. Сейчас они будут дальше трэш чиститься, да. Расскажите мне про РПБ, вот я что-то не знаю. 1400 кап, что ты не знаешь? Ну, 1400 кап, зачем больше? Больше же оно нету, в смысле, не есть. Больше не нужно. Говорится о стаках варовских, это совсем другая механика там. Там не про РПБ говорится. Там же режет 20% брони, босс. Все, я перезахожу тогда. А, блять, Женя, шнурки, реснись, отдам тебе лут. Короче, смотри. А где вы на лане или где там? Димон. No. Скажу, да, типа, я саму, как оно правильно работает, не знаю. Я знаю, что надо так и 100%, потому что там на форуме есть целая тема, как это, как работает броня босса полностью. То бишь 1400 это не 100%. Вот когда там вары стакаются, все это делают, тогда это будет 100%. Ну, этот, Жень, давай. Андрюха, пока не заходи. Ладно, Маша тут, а? Не тут, а. Заебали его ФК. Кому я могу тут мотор? Да посмотри, тогда может проще все и ловкость. Вот 1400 и идти, 1600 РПБ. Не, на 1400, чтобы еще вары стакать. Там один в форме есть тема по поводу брони вот этой. Ну, тогда вары все надо 100 стакать, блядь, опыт. Ты должны они стакать. А, Андрюха, тебе шмот тогда? Дикей, можешь заходить на моего персонажа. Я на хантал. Ну, скажу от тебя, как оно правильно работает, чтобы тебе объяснить, я не знаю. Иди сам. Женя, зайди чуть назад, там ловушка. Декс, выше, выше, Декс, поднимайся. А было время, когда в старом Т4, блядь, 100 тысяч тут было.
А, блять, я на мага зашел. Так, Декс, это потанчи, пожалуйста, я пока подойду по-быстрому. Надо очень сильно. А что, МТ-ш или как? Да, ты будешь МТ-ш. Делай пока персонажа, какой тебе нужен. Пока метки расставлю, еще кратко расскажу, как мы бьем, каждый это по-разному бьет. И этот, Верка к себе относится. Когда ты нажимаешь 50 на 50, если у тебя макроса нет, всегда 50 на 50 нажимаешь, и вдыхать будешь. У тебя макроса, я так понял, нет, потому что ты когда отдал амасейв, сразу вдохла. А ты имеешь... Ладно. Там есть макрос, я точно хрен его знаю. Какой он там? Он получается... Ну просто прописать его в чтобы этот... Чтобы он... Типа, чтобы он вместе вязался. Чтобы он... Чтобы он... Там урон, короче, по тебе не проходит. Рейды уменьшаются урона, а по тебе не проходит. Ну, ты повешаешь сакру и сразу снимаешь. Остается только дебаф по понижению урона. Сколько 30%? Там, у кого есть макрос, попросит. На всякий случай. Но сейчас запомни, если нажимаешь массей, нажимаешь. Погнали в дракона, Геру, сдавайте сразу. Ломайте его. И как сможете, дадите мне пати. На Егора. Блять, у него еще в ПВП одет. Ебать. Ладно, разберемся. Дайте сон, пожалуйста, я на Далграде, блин, сейчас и буду тут. Там много бьем, пойду. Ладно. Декс, затаунти босса. Ну, моба и гонял. Бля, мы сильные за Геру 4 миллиона снесли. А кто ушел, Сань? Кого поменять? Стрелька ушел. Нормально, на чистых на ДП. Меня и определенно закинь тоже на другую пачку какую-нибудь. Блять, где тут на пол? Ебать. Помощника, да, лучше знаешь. Так будем искать. Я могу дать аккаунт Паша для дефодитея. Нет, я только оттуда строил, вот все. Пощади, Андрюха, мальчика нашего. Ну типа, ну понял, короче, он зайдет на ДК адекватного, а ты на мага. Нормально у меня ДК. Да нормально, я на ханте троху что-то дам. Ну да, 3000 автоатаки, да? Сука, если сейчас я буду в топчике, то... Ну, если, ну... Тут, да, слово на если. Ладно, вы правы. Сейчас буду топ имбома, показываю один раз, как это все делается. Сейчас аркан... Мне лучше скажи, где Юра, блин, он его уже след не видел. Юлей ему надо дать. Так что же с Армсом будет Фуриков спекаться? А, это этот, как его? ДКшка? Все, давайте, сон. Какую нахуй доту? Так, что, блядь? Мы, блядь, босса бьем, не мешай нам, Саня. Ну, точнее, этого миника. Ну, ты понял. Сам прилетит. Наказать его. В доту ходит. Не писал, что времени нет. Сон в доту шпит. Ну, все, блядь. Спасибо, что сдал. На доту время есть сюда, это святое. Нервы тратить там, блядь. Знаешь, мне нравится вот такой вот подход людей, когда вот человек говорит, вот, не знаю, я заебался, рад не буду. Все, типа, и он шмот не лутает себе, ничего. А есть, который, блядь, лутает шмот, вот он.
Я там играть не буду, короче, но я шмот ДПС солью себя заберу, нахуй. Первый, нахуй. Кто такие? Ой, абсолютно согласен. Бетик, ты зайдешь, Саня? Что там сумань выйдет? Меня сумоните. Там мы заняты еще. Что вы там так долго делаете? Пытаемся задушить его. У нас занят. Это раз, два, три, шестнадцать. Женя шнурки кинет, еще помощника накопанила. Куда побежали? Прокиньте, прокиньте. Блять, хилы опять нихуя не съедят. Да конечно убегать. Да я вот, блядь, под дракончиком лежу. Вам даже два мусора дали. Я все равно пойду храброй смерти. Аня, Бетчик, зайдет? Ну я чисто лоханулся, скажу честно, блядь, что-то вообще-то купил. Ремонтируйтесь, вон мама тут стоит. Да как ты, Саня? Так, Мисая, вот, забирай лед тоже. А ты их забери с вытащением. Смойте, плиз. Ну, кто уверен в себе, можете остаться под ТДшными фласками. Так, чтобы вам было проще, можете выпиться под... Тем более у нас кастеров не так много. Там будет по-любому освобождёнка вешаться на хилов. Я хилам не доверяю, блядь. У кого саппорт спиздить? У кого саппорты, уважаемые? Вот саппорт же стоит 95 голды, ё-моё, купили бы уже сами. О, ну, блядь. У нас дайте сумму. Блядь, пошёл на 5 минут. Но у нас был ешки пиздят, покупают. Так лока нету. Лок, поставь шкаф, пожалуйста. Маша. Есть. Лок. Он не хочет ставить. Вот говорит, так, шкафа, давай. Нет? Есть. Лок есть, но шкафа нет. Кого присумонить? Топор. Топора давай сумоним. Где топор и копанила? Не дай помощника, Женя. Капанило. А кинь Машу к хантам. Заебали они добавлять всякую хуйню. Я скоро только в РБК без лагов сходить смогу. Пиздец. Андрюха, мах, дай МК по мне, а ты чё без МК? А я ж тебе, ты сдох? Я под компьютер всё время. Ну я бы сказал бы так вам, короче, маги МКшные, вы бы давали топ ДПСерам там МК. Да нахуй вы нам, а тут нету топ ДПСеров, одни вары, блядь, и ханты. Да. Бьём. Каску можно, блядь? Кто им бы Макс сказал, я сейчас в тебя на пол дадим, блядь. Короче, мы бьем через три метки. Глыбу выносим, когда на взлетке. По два человека в одну метку, а в одну метку один. То есть, смотрите, главное, если, к примеру, моделируем ситуацию, бежало три человека в одну метку, крест, допустим, может один человек куда-нибудь в сторону взять. Главное, не станьте между метками. И по три человека в одну не забегите. Это первый момент. На второй фазе работаем трусы и ромбик. Русы, ромбик, мерки. Блять, БТТ сейчас зайдет или не зайдет? Он что-то писал? Да, я ром чуть дальше поставил. Сейчас, да. Я сейчас квадрат немножко перенесу. Начинаю.
Промпы и трусы это на вторую фазу, если что. Нет. Так. Ставьте рыбу. Ну будем без БТД все равно, блядь. Там рыба стоит. У меня два вопроса. А с какой точки ее лучше пулять? И зеленку под дыхание давать? С треугольника. Не ты, Дань. Дань, не ты танчишь. Где топор и моя госпожа. Ну хорошо, но вопрос все равно остается для общего развития. Дыхание, давай прожимки. Тринь, этот кровь вампира, триньки, зеленка, по очереди. Отдаешь, все. Блять, подождите 2 минуты. У меня триня нажалась. Да похуй, да ты там мейн танчишь. Так, что-то не хватает. Кто там шоколадкой балуется? По-моему, это челик Рози Сикс был с нами, да? Телка. Да, он заходит. Он на портпале был. Сейчас. Ну, такое себе. Лично. Да похер будет. Ну, рок-н-ролл заходишь, да нет, чего время тратить? Твоё имя. Да, мне еще магом у Майк Хэнада сходить. Не магом. Походу ДК попиздую, блядь, танчи, да? Я просто не хочу попозориться, ебать, там. Это топор начинает танковать? Да. Да, да, да. Машу не кинешь к этим хантам? Но не кину, потому что и мана будет нужна. А там 2 шамана, которые темы ставят. Давай этого паладина. Прикинь, короче, а если тебе дал бы аккаунт Паши, ты там такое все написал, да? Ты нихуя не продумал. Этот паладин Роза Сикс здесь? Роз... Роре Сикс, блять, как там неправильно. Уже этот пришел вар на 5 минут отходивший, бляха муха. Паладин, блядь. Чек не на готовность. У него, короче, шмот не с собой. И ретрик не одет. Да похер, будет плюс 1 массакра. Главное, как босса не ставить. Чисто попал, я знаю, все. Виран с вами был? Виран с вами был и в первом рейде или во втором? Виран вроде в первом был. Да, в первом, я потом что-то еще гонял туда-сюда. Да сейчас этот паладин, блядь, нахуярит, если он не в дихе. Если... Ну, типа, ну, на профе он получал это, чуть-чуть не то делал, но потом то. Ну, так я спрашиваю, ты в дичке, блядь? Нет, я гоню от ДС ему зайти. Он говорит, я за шмотом Долоран, типа. Ну, не надо за шмотом, будь в протфале, не оставайся в протфале, только главное босса не затаунти, и по команде нажмешь массейв. Просто бей там чем угодно, только босса не затаунти. Ну, я в ретрика, Саш, я что-то потерял. Не, не надо, танчи. Выключи только праведное неистовство, паладин. Правый по праведному неистовству, вот все. Будь в протфале. Да, это не первый рейд. Там идешь, он стопом. Машка, Лерка. Вот я тут сейчас ухожу. Мысли я сейчас ухожу. И это на фоне у кого-то. Может быть. Мария. Не, Мария уже пришла. Лера.
Да тут я. Каску мне не надо дать. Четыре паладина, ёб твою мать. Так вот. Зарифмовала. Быстрый их. Запускай, Андрюха, босса. Быстрый, быстрый их. А это кто кричать на паладинов уже начал? Саня, я не знаю. У него он протпал, у него нет массакры, типа. Блядь, блядь, протпал без массакры. Красиво. Босса, босса пиздим. Идите бейте. А ты не пойдешь с нами? Ну, я на ханте, блин. Блядь, ты сейчас освобожден, как хуй на него выбрать брошу, блядь. Я профессионал. Она же лыба сбрасывается, Саня, освобожденка. Да. А и на втором месте, который стак. Ну, на второй фазе, который стак, тоже сбрасывается. Угу. Бля, у меня проценты здесь не включены. Сколько там процентов у босса? 79. На 85 будет притяжка. Отбежали, отбежали на ступеньки. На первую. Все, сейчас высоко не поднимайтесь, на первую этот, Женя, готовь массей с лебеди. Просто пока готовь. По два человека в метке, Андрюха всех за защитой. Рорисикс, три в третьем не беги, по два человека в метке, блять, по два. Сань, успокойся, все хорошо, не нервничай. Жаль, но сейф отдали рано слишком. Этот, до 20% метки. Зря мы этого паладина взяли, отвечаю. У нас Маша мертвая. Маша из Морский БР, да. Не добейте. В трусах больше урона. Которая стоит. Маша, вставай. Резайте. Ребакте точнее. Как тут бить можно, если бы он освобожден, как, блядь? Еще раз, когда притягивает и мешает метки по два человека, крест, квадрат и луна. И в одну метку один человек. Бежали. Дайте рибав по буревестнику. Изморский закинешь в прямую имя. На первую ступеньку выше не поднимайтесь. Сейчас, Андрюха, готовь сейф. Ревик, Мисая, он удрусователь КГЗ. По два человека. Нажми, Андрюха, массейф на Г. И нажми мастер на лорд. Смотрите, урон не утайте. Смотрите, на лестнице сейчас падает. Аккуратно. Перебежали. Последняя глыба. И разбиваем. Падает за центральной. Разбивайте. Подекрет, ну где-то пору кто-то будет лишь эти фридомы давать. Давай АТХ на тебе будет. Включил. Проценты. Мужчина. Неудобно пиздец начать персонажа. Притяжка через 7 секунд. Через 3. Беги, малышка, беги! Наебал. Извините, пожалуйста, меня притянуло в грудь. Не чувствую вообще. И в другую сторону меня не было. Тихо говорю! После притяжки РДшники в квадрате остаетесь. Вдох, вдох, все. На первую ступеньку, Женя, сейчас ты тоже опять готов на сайт.
По два человека. Энджи, вот беги от квадрата. Или... Не становись между метками, пожалуйста. Ебаный рот. РДшники остаются в квадрате. Маша, Инер, можешь по себе закинуть. Алло, вы почти фуловы, вы чё? Алло. 2 секунды, паузы. А Трикс сейчас умрёт. Трикс. Бабл сразу чисткой. Так не только Трикс. Алло, блядь. Вы чё, глыбы не били или что? Пиздец, блядь. Дай БР по Энджелу, Маша. И бафните его. Притяжка будет через 8 секунд. Не переведите босса во время притяжки, а то забагается все. Отбежали. Все, переводите. Ведь это пора прохильте, Женя, готовьтесь с ним меняться. Началась вторая фаза. Сейчас работает 4 хила освобожденка, поэтому за стаками следите. Первую метку в ромбик. Когда в ромбик выносят, отбегаете от ромбика. Чмыга в ромбик побежал. От ромбика отбежали. Продолжайте бить. Милики, как только ромбик появится, пошли разбивать. Пошли разбивать ромбик. Следующую метку в трусы, во фрейм босса не забегаете. Ставите ровно по центру. Из морского прохил. Трусы, кей, побежал. Нажми массейвы, милики, не отбегайте пока к трусам. Там паладин, пиздец. Разбейте метки до 20%. Паладина можно выбить. О, мою госпожу. Обижали. Шнурки, Женя, в ромбик забеги. Есть на меня что-то сейф дать какой-то, у меня никакой нет. Такой процент маленький. Хотя зеленка есть, все, зеленка есть. Женя, нажми. Мишай, нажми на сейф. Разбивайте метки. Геру дайте. Из морски вынеси куда-нибудь вправо метку. Пиздец какой-то. Забираю. Разбейте метку еще справа. Следующую в трусы по-любому выносите. Милики отбегаете заранее. Или побежал в трусы. Женя. Так уже никогда. Скиньте стаки. Да разбейте до конца из морского, хорошо. Так, следующую тоже в трусы выносите. Дальше будет притяжка, и не разбивайте. Шнурки оставайте в трусах, отбежали от трусов все. Нажми. Разбейте ту другую метку. И смотрите, сейчас скоро притяжка будет. Тот человек там сейчас умрет. Отбежали от зону. Чмыга в ромбик. Жень забрал, Жень забрал, вы нет. Милики пошли, разбили в ромбике, РДшники играйте после Андрея. 25%. Ох, хрен его убьем. Моя госпожа в трусы. Женя в трусы. Ладно, упадите лучше. Заново. Быстрее будет. Так, кто там улучшал лишний? Метки. Получше бери пару отпала. Ну просто мешаться будет. Вчера играть протпалом и качать массу кру, это пиздец. Хуйня. Кто там дамажит? Кому серию давать? ДТЛС нету. Какие агрессии в КГЗ, кей, закидываем. Изморский, хантуем. Сколько Фрост бега дает? На них часто метки кидались, 9000. На Кея почти все метки закидывались. Второй фазе.
Заходите. Привет тебе. Ну чё вы лежите, Кейю, Макс? Блин, чё, гоните, чё, мы знать будем, заходите, мать.